Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 691. События дня. 2 Тимофея 2:8. Помни Господа Иисуса, воскресшего из мертвых. За 3 ноября 2017 года. Вот события дня. События не мирового масштаба, а у себя. Чем занимались? А вот я все годы как-то искал документальные фильмы о войне. Потому что у меня свои вопросы есть. Я искал, где, когда, кто произнесет это. Вот если говорят о немцах, то там отрицательное. Если советские, положительное. А вот так, чтобы не предвзято, мудро свыше, беспристрастно, нелицемерно. Вот чтобы беспристрастно говорил. И вот именно во всем мире, вот как «Красное колесо» у Александра Исаевича Солженицына, кто в этот день где встречался, с кем был, там есть у него художественный вымысел, а вот чтобы без этого вымысла, именно документировано показано было, вот там война идет, здесь война идет, одновременно по всему миру. Да нет такого, я не находил. И все эти годы я говорил, меня интересует, а только одна личность, Гитлер. Гитлер, было ли у него раскаяние, когда он понял, что все это проходит? Конечно, это после Курской дуги, да началось отступление. Какую он славу имел? Он не как Сталин, он не сидел там на мавзолее, вышел, постоял и ушел. Этот ездит по городам, за него голосовали, выбирали, он любимец народа, и везде у него есть, всю Европу подмял. И вдруг здесь все под Москвой уже, и вдруг стоп! Зима, дороги. И вот эта зима, дороги, это теперь и начнется отступление. Но когда он понял, что все кончено, уже полностью освободили территорию Советского Союза, уже страны-сателлиты его переходят на эту сторону, теряет он нефтяные промыслы там в Румынии. И здесь, ну, когда он понял-то, что все кончилось, нет, вот уже к Берлину, Кёнигсберг пал, все. Теперь города рушат, это Коврово, их настил бомбардировки от Великобритании. Когда он понял, что все, наконец, появляются здесь записи, там Юнге, его секретарь, все говорит, и она говорит. Ну, она говорит-то, одна женщина, она просто говорит. Я могу верить, могу не верить. Что раскаяния у Адольфа Гитлера не было. Что он испортил жизнь, погибли люди. И идея нацизма, она оказалась погибельная. Ну и вот это вот, а что гнал там, убивал евреев, цыган и свидетелей Иеговы, так называемых, свидетелей башни. Вот. Нигде не находил-то. И вот сейчас я нашел, я всем это говорил, что меня интересует только одна личность. Не Сталин, Сталин, я все документированно посмотрел, где там еще и нету, нигде нету. А вот именно Гитлер. Гитлер, потому что такого успеха и с такой инфляции поднять, с такого разорения, Версальский договор, там на 70 лет платить, ну, явно дело, что несправедливо и убийственно было. И Франции. И вот как у него все было умно, и вдруг все пошло прахом. Что он внутри себя думал? Вот меня что интересовало. И вот, наконец, нашел, сунулся. Вторая мировая война, я себя включал, документы смотрел, съемки в то время шли. «День за днем» называется. Вторая мировая война, «День за днем». Советую всем посмотреть. Ролики небольшие такие, смотрятся по 26 минут каждый ролик. 95 серий. Я посчитал, 41 час. Смотреть, в общем. Но я уже смотрю 45-й на сегодня. Где? И он одинаково, которые там трое, кажется, они выступают, говорят. И все документы, документы. Сталин сказал, и тут же засчитывает газета, какая номер еще. Это Гитлер сказал так. Там Хирохита этот, император какой-то японский. Что он сказал? Как было? И все документы. Документы, газету прям фотографируют. Вот какой был этот Ульям у своих, вот,
И как сходились они, как расходились советские с английскими, как Рузвельт на четвертый срок там избирался. И тут дальше что не говорит, говорит, дальше мы не знаем, что было, пока не рассекречены документы. Черчилль как и говорил, вот, какие умные. Я смотрю, ничего там умного у него и нет. Ну, видеть-то он видел, где. И он ездил тоже много по свету. Сталин не ездил нигде. Вот только там, где встретились, это Тегеране. И вот я это увидел. И сейчас это смотрю. Вот у меня вчера почти целый день ушел. Ну, 45-й уже сервис смотрю. Вот. И еще пока перелома в войне нету, но все генералы, когда какого родился, немецкие генералы, русские, он показывает, о них рассказывает, что с ними было, где кто с кем не согласен был и прочее. И какие немецкие, советские, английские, американские, японские были деятели, что говорили, и это все показано. Вот дойду я или не дойду до конца, я хотел бы посмотреть заранее, но думаю, нет, буду по порядку, ничего не заглядывая вперед. Момент, когда он понял, что все, крах, крышка, говорится, кранты, каюк. Вот. И что он думал? Что народ недостоин, он говорит. А может быть, что-то у него другое было, что я недостоин. Вот этот меня интересовало. Ну вот я могу даже сейчас показать. Чуть-чуть. Вот где тут у меня. Вот она. Вторая мировая война. День за днем называется. Вот он, дальше я буду слушать. Нельзя, если оттуда возьму, тут прицепится за этот кадр. И, ну вот, просто знаете, Вторая мировая война, вот даже справа вот езди, по порядку идет. Трое выступают, которые все комментируют, показывают, и тоже хорошие. И подобрали людей удачно, ну все. Ну, просмотров у них не так, чтобы много, не миллион, а 26 минут, и по 26 тысяч, и по 20, примерно так, 24, в этом ракурсе. День за днем, почему-то за днем, второй день, днем тоже с большой буквы. Вот, документально, отзывы какие. Поражает отчуждение авторов от всего советского, раздражение и пренебрежение ко всему, что связано с СССР. Такое ощущение, как будто рассказывает не о своем народе, а о каком-то эфемерном государстве, прикрываясь своей искренней любовью, искренней в кавычках, любовью к русскому народу. Именно так и есть. Вот. Фильм хорош, но фразы «воевали только русские, других народов СССР не было», они не воевали, что-то так, это отзывы я читаю. Опять этот проплаченный историк Александров причесал Сталина и Гитлера одной гребенкой и наглым образом ляпнул. Оба тирана заблуждались. Вот, и вот это-то и дорого, он говорит. Подскажите, пожалуйста, в конце 45-й, в ходе боев Сталинград заградительным отрядом было расстреляно 13 500 человек. Вот 13 тысяч дивизию расстреляли. То есть они данные дают такие, хочешь проверяй, хочешь нет. Спасибо за фильм. За Советский Союз, оказывается, только русские воевали. Даже победа обгадить тут, ну, сейчас Соколов какой. Я говорю, что мне понравилось, что документировано. И они говорят, как бы отстраненно. Только так можно рассмотреть. Вот. Ну и что, показать наши ресурсы. Вот здесь, в моем мире. Видео 7330. Здесь, вот где я в шапке, а просто где с голубем, это контрольный, не надо туда заходить даже. Мой мир тут переписывается, хороший ресурс. Ну и вот, это православный форум. Можем посмотреть за прошедший день, сколько посетили. Вот, 304, а до этого было 400, то есть из этого не выходит. Вот, сегодня уже побольше будет. Завтра побольше, то есть могу сказать. Вот. И канал, видеоканал, православный видеоканал. Вот сейчас обновлю
Какое посещение? У нас посещение маленькое, но именно это наши люди. Одолели пень Ветлы самый большой. 2 часа назад 106 просмотров, 105 просмотров. Ну, вот такое. По 5 роликов ставлю каждый день. Большие, маленькие тут. Из архива у меня сохранялось много, и сейчас представляю, потому что сижу дома, нету, и теперь имею возможность то выставлять. Ну и во свете Библии, православный библейский сайт. Очень большой-большой сайт. И тут 4124 ответа. И сейчас по 10-му иду государство и правители. Ну и вот некоторые вопросы могу сегодня озвучить. Вопрос 2248. 9-й том «Открытым оком». Как, по-вашему, со времени начала перестройки и полной свободы для церкви иерархии сильно ли изменились в своей работе? Что за опыт они оставят своим, пришедшим им на смену? Они об этом и не думают. Катехизис новый написать, это они еще могут. Ответ. Относительно свободы иерархии Московской патриархии священники убеждены, что полной свободы нет. Они понимают, что свобода будет только тогда, когда Дума, президент примут законы, гарантирующие им господствующее положение во всех сферах жизни. Когда объявят вне закона сектантов и еретиков, всех до единого. Когда все вернется к образцу святой, в кавычках, Руси, как было при благочестивейших царях православных. Эти иерархи и священники, они же из того самого народа, что нас окружает, только в ином одеянии. И больше амбиций и гордости, перерастающие в гордыню. Они не любят Христа, не знают Писания, не хотят, чтобы Библия была авторитетом во всем и везде. Вот некоторые отрывки из газеты «Труд» за 5 июня 2004 года, страница 3. Читателям «Труда» отвечает митрополит Кирилл. То есть я это отвечаю в кафедре, в университетах. Видите, 4-й год, еще митрополит Кирилл был, то есть устаревшая. И будут запрещать. И вот начали запрещать так называемых свидетелей Иеговы, свидетелей сторожевой башни, правильно было бы назвать. Кавычки открыты. В начале 90-х годов в нашей стране выпало новое испытание – нашествие целой армии сектантских проповедников, преимущественно из-за рубежа. Известные силы решили воспользоваться моментом, когда, по их мнению, народ оказался в идеологическом вакууме, чтобы изменить сам цивилизованный код России. Видите, как цивилизованный код России. Ни одного слова нету евангельского. Но из этой затеи ничего не получилось, потому что русская православная церковь, несмотря ни на что, сохранила свой духовный интеллектуальный потенциал. Церковь, духовный интеллектуальный потенциал. Нет этих слов даже у святых отцов. И смогла оградить паству и народ от лжеучителей и лжеучения. Смогла оградить. Ну вот понимаете, но не надо быть даже на земле жить, чтобы все равно не поверить. Каких только названий нету, и новая жизнь, и церковь Христа, саентология, и чего только нет. Оградили, придумали миссионерские отделы, самое жестокое, буквально гнусное, все туда скатилось, они руководить теперь будут. Они будут гонять, где свет Христов сияет, там будут нападать. Образуют миссионерские отделы. Это они это имеют в виду. Миссионерские отделы может образовывать только враг душ человеческих. На миссию Бог посылает только подвое. Они даже этого не знают. Совершенно получают деньги за это. И вот могут где-то что-то критиковать, нападать, определять. Они ничего не знают. Может, единицы какие-то там есть. Ну, по-другому-то он как будет. Так, сам феномен возрождения казачества. Вот это феномен. В современной России напоминает нам о действии промысла Божия в человеческой истории. Такие слова знает и на Бога. Казачество. Да они неверующие. Это как цыгане. Их на уровень цыган можно ставить только. И именно в казачестве преемственно сохранились патриотические идеи, глубоко православная воцерковленность, жертвенная готовность защищать родину, исконные обычаи и традиции русского народа. Вот смотрите, начнем отсюда. Сам феномен возрождения. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 33. 33 слова примерно, и ни одного евангельского слова-то нету.
исконные обычаи, традиции, промыслы. Ничего нету, они не знают Бога, они чужды этому. А вот по храмы, храмы им надо, в храм, чтобы человек зашел, купил, отдал деньги, осветил машину, за двери только вышел и хлопнулся. Это уже карикатуры ставят такие фильмы. Вопрос в Ульяновском календаре. Это вопрос исторический, астрономический, отчасти этнографический, но уж никак не сотериологический. Сотериология – учение о спасении. Здесь нет ни одного слова, ни одной мысли, по которой можно было понять, что говорит верующий, и тем более православный, тем более иерарх. Вот где кавычки закрыты, оттуда, это здесь я уже отвечаю. Это слова и речь номенклатурного профессионального политика, виляющего в лабиринтах мерцающего сознания, что выгодно верить по-своему, не сверяясь с Библией. Это мои ответы, как изменились или какой опыт у иерархов. Относительно сектантов, или Кирилл ничего еще не понял, или тянет эту ноту, что все у него в порядке, что устояли, что никто не поверил сектантам. Но что интересно, после этого он проедет до Дальнего Востока и говорит, и Восток, и Север потеряны сектантов. Состояние церкви духовное развалины. Вот какие слова он скажет потом. О каком же коде России лопотание не у него только и одержимость казачеством и Святой Русью? Ничего этого нет, а есть балаганное маскарадничество и кормушка. Очень похоже, что своим преемникам оставит сегодняшняя иерархия одно старье и невежество, сущее язычество и дикое шаманство. Что есть ищущее, чуточку живое, оно легко выдуется из затхлости и темноты, в которой держат иерархи своих кормильцев, кого они окормляют, в кавычках, баснями, чудотворчеством, мироточением и хульными канонизациями. Это все уже теперь ясно проявилось. Идет бессовестная игра на оболванивание в конец затюканных лжеправославных, от которых Библию скрыли, лжеправославные, как на меня, лжемиссионер, лжепроповедник и все такое где-то говорят. Ну вот теперь видим, откуда это все. Иеремия 23:27. «Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из Ваала». Псалом 137:2. «Поклоняюсь перед святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего». Даже слово спасение сумел зашифровать маститый иерарх. Но грядет к исполнению пророчества на насаждение небожие. Иезекииль 20:46. «Сын человеческий, обрати лицо твое на путь к полудню и произнеси слово на полдень и изреки пророчество на лес южного поля». Кавычки открыты. «Заключаю, что через поколение, много через два, иссякнет наше православие, если не изменять у нас образа воспитания и обычаев общества, то будет больше и больше слабеть истинное христианство, и, наконец, и совсем кончится, а останется только имя христианское, а духа христианского не будет. Все преисполнит дух мира». Феофан Затворник, 1863 год. Вот как. «Заключаю, что через поколение, много через два». Но сейчас православие-то есть. Здесь только два выхода. Или это был лжепророк, или он имел в виду совершенно не такое православие, как сегодня. Дальше стихотворение. Проповедь в стихах. «Неоспоримый факт. Мы все умрем. Один чуть раньше, а другой попозже. Промозглым утром, ночью или днем смерть на скаку натянет наши вожжи. Осядет пыль от сношенных копыт, остынет пена на губах, на холке. Захочется воды, молекулы испить. Да что просить, ни проку и ни толку. Прошедшее принадлежит лишь мне, богатством посчитавшееся сгинет. Армагеддон дымится в каждом дне, все-все в воспоминаниях отныне. Уроки, экзамены экстерном, разводы капитальные, разъезды в запасниках у памяти неверной исполосует миллионом лезвий. И я бы мог бежать со всех бы ног, к осиротелым, нищим, на подмогу, с овцы паршивой пусть хотя бы клок, стезю добра тарить через дорогу. Мог быть учеником, не сонным у Иисуса, не быть нахлебником, у жизни паразитом. Найти, кто под скалой замерзшие трясутся, пролить свой свет добра, любви, визитки.
мои амбиции, обиды, вожделения, те, без которых было невозможно, вдруг стали палачами, а я их вечный пленник, они терзают душу, строят рожи. Смерть, страхом обуянной озираюсь, не за чертой могильной, а сегодня мой день шажок к немыслимому краю, я пящусь в ужасы от обольщений модниц. Я верю Иисуса обещанием, что только Он за грех платил Голгофой. Распни Его, мои грехи, кричали, отпиршись со стола Ему, сметаю крохи. 21 июня 2004 года. Вот так. Ну, это одно. Сегодня позволительно, наверное, два взять файла, просчитать. Вопрос 2125, 8 том, открытым оком. Мир страдает от вопиющих несправедливостей, и из поколения в поколение ищут новые законы, конституции, законодательные собрания, которые дали бы более справедливые законы. Можно ли привести примеры из житий святых для наших правителей, депутатов, для их назидания? Ответ. Брать нужно прямые указания из Библии. Вот так, сегодня-то они не отвечают. Самые голосистые... Они везде на слуху, эти священники. На Слово Божие вот так ссылаться не будут. Исаия 8:20. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Исаия 10:1. Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения. Но и жития могут задеть, но только тех, кто еще способен под слоем жира услышать. Иеремия, 31 мая. Потом князь спросил воина, почему ты не берешь своего оброка, как берут все его прочие воины? Так как вы несправедливо обираете убогих, отвечал мученик, то я по этой причине не беру оброков ваших и не питаюсь ими, ибо я имею духовную пищу, подаваемую мне Духом Святым, от которой и никогда не взалкаю. Все подается, говорят, в сравнении того, что есть, а может и прошло, сегодняшнего длинного моления тех книг и наших стертых порошок. В сравнении с апостольским служением мы часто попугаи и пеньки. Безмолвствует наш пол, мужской и женский, к деяниям апостолов, прикинь. Мы не богаты, но не так и бедны. Беднее нас есть в Африке, на севере. Правители нас топчут, но не конь же бледный. Нам ангел льет на голову, но ведь не все же семеро, не все. В сравнении с другими, я посмотрел в кино, мое жилье и пища не царские, конечно, но как раздумаюсь, беднее меня полно, их сон мы под забором, а я на русской печке. Не торопясь, прикину, глазами обведу своих друзей и врагов божественные книги. Да, как бы трудно ни было, но это ж не в аду. В сравнении... в несбывшееся с улыбкой вникну и нахожу, что лучший мне выпал вариант. Отделался ушибами и малой кровью. Тюрьма и заключение, как будто на прокат. Гонение прекратилось, и христиан не ловят. Сравни, вздохни о христианах первых, о сталинском улаге малолетках ссыльных. Сегодняшняя наша покажется, как перлы. Родные рядом все не отбирают сына. В сравнении с сектантами мы явно богачи. Соборы есть и жития труды святых отцов. Мы православные, легко нас отличить по виду, по спокойствию от бритых разных псов. Но сравнивай себя с Христом, с небесным царством. Поймешь, что ты ничто и что имеешь прах. Сравни свой труд с апостолом и старца. Плеснешь руками горестно и только скажешь «Ах!» 29.09.2003 года. Все на сегодня.